Во Владикавказе продолжают реконструкцию Центрального парка. Сейчас там обновляют канализационные и водопроводные сети. В течение недели должны завершить земляные работы и приступят к укладке бордюров. Об этом сообщают в администрации Владикавказа. Кроме того, в парке ремонтируют 3 фонтана. Также рабочие обустраивают каналы и реконструируют старинные мосты. Завершить все работы планируют к концу октября.